Друзья, всем большой привет, с вами Хижина Музыканта и Гитара с нуля. Этот город явно нуждается в героях, поэтому мы сегодня делаем новый формат. Мы в образе дворников. Убираем улицы и все. А вы думали что-то интересное? Нет. Ну я еще так повесил инструмент. Да, и случайно вдруг на нем заигрываем. А эти глаза, которые реагируют на то, как мы... Стоят вашего внимания. Поэтому, друзья, поставьте лайк. Вторая часть будет на канале Ромы. Да, поэтому досматривайте это видео до конца, а потом по ссылочке в описании переходите на мой канал и смотрите вторую часть. Погнали смотреть. Ребята, перед началом одна просьба. У меня вышла новая песня под названием «Кометы». В небе пролетают огни кометы, и я ощущаю эти моменты. Песню можно послушать везде, ссылка для удобства в описании. Сохраняйте к себе и погнали смотреть. Здравствуйте, девчонки. Вопрос такой. В целом же чисто, да? Начальник что-то сегодня ругался. Я говорю, да куда еще чище-то, ё-моё? Не, ну, листик вон один, окей. Ну, это же... Да, не людская же грязь все-таки. Поэтому, не знаю, думаю увольняться. Так не пойдет. Недавно устроился, думал, повеселее будет. В итоге что-то не то. По-русски говорите? Да, здрасте. Мы здесь играли с ребятами пару часов назад. И? Хотя же только она синяя. Я не видел, но, скорее всего, уже забрали в этот... Я могу пока? В бюро находок куда-нибудь. Странный чел. И зачем так инструмент оставлять? Кстати говоря, это у вас инструмент баян или что? Мне когда-то дед играл на таком. Ё-моё, а чё он такой тяжелый? Да я этот. Вы ищите пока. Пока как... Ну как сказать? Дед показывал лет 10 назад что-то. А можете снять, пожалуйста? Все русские умеют, а я не играю. Все русские? Подъезда твоего, под малиновый рассвет. Мы сидим уже давно, разговоры тет-а-тет. Два билета на кино, на ночной сеанс вдвоем. Но ты любишь не меня, и мы точно не пойдем. Под подъезда твоего, под малиновый рассвет. Мы сидим уже давно, разговоры тет-а-тет. Два билета на кино, на ночной сеанс вдвоем. Но ты любишь не меня, и мы точно не пойдем. Играешь. Спасибо. Да. Что-то пальцы уже, конечно, не бегают. За лет 10 все забылось. Слушай, а ты где? Ты здесь, на Северном, играешь? Ну, я не играю, это его инструмент, да. А-а-а. Надо купить. Давай поиграем. Ты работаешь, что ли? Да, надо купить, да. Спасибо. Получилось что-то снять? Кажется, да. Или? Я не смотрела, я смотрела. О! Круто же. Да. Потом не круто. Потом уже поехала. Очень классно, да. Дашь свой телефон? Да. Тоже думаю музыкой заняться, а то убираю. Я думала, это вы спланировали. Нет. Давай. Ребят, блин, ну мы уже в образе, блин, уборщика. А теперь пора поговорить о классных новостях для начинающих и не только музыкантов. Ведь уже этим летом пройдет уникальный концерт «Мегарок», где тысячи артистов смогут проявить себя и спеть хиты международных и отечественных артистов на профессиональной рок-сцене. Я верю, что каждый человек, по-настоящему увлеченный музыкой, может стать артистом и донести свой голос и талант до тысячи людей. Тем более сейчас появилась такая возможность, став участником музыкального шоу «Мегарок». И это еще не все. Генеральным спонсором мероприятия стал «Мегамаркет», а как мы знаем, там можно найти все, что угодно. Я вот себе там недавно прикупил новый рекордер Zoom F2 после проблем со звуком во время съемок именно этого выпуска на улице. И, кстати, для всех пользователей «Мегамаркета» действует промокод «Мое лето», по которому можно получить скидку в 2000 рублей при покупке товара от 6000 рублей. Пользуйтесь, ссылочка в описании.
Ребята, извините, а можно вопрос? Вы местные? Ну, я вот переехал давно, чтобы она здесь живет. А, такой вот вопрос. Как вам по чистоте? Сегодня начальник выговор сделал. Да вроде нормально, чистенько. Да я тоже так думаю, зачем вот... Ну, а может настроение плохое, не стоит ноги встать. Может быть, но зачем срываться на работниках, да? Ну, тоже согласен. А вы кем сами работаете? Слушай, я в хоккейной лиге медийка руковожу. Блин, крутая работа. Говорите по-русски? Да. Слушайте, может, ребята играют ее пару часов назад? Вы не хотите такую штуку? Какая же такая серая? Музыкант, что ли? Да. Все музыканты играют. В основном там, может... Ну, я здесь играю. Нет, я лично видел... Вы сидели здесь, или потом там вот сидели еще? Я вышел на смену часа два назад, я не знаю. Вопрос ставите? Да. Я думаю, уже не найдете, но посмотрите где-нибудь. Ну, тебе надолго? На той стороне. Я посмотрю здесь. Слушай, он говорит, аккордеон. А, это же баян. Слушай, у меня дед играл. На гармошке? Ну да. Ну это похоже. Их рядов побольше. Что-то она, видимо, профессиональная какая-то. Я этот попробую, вы же не против? Посмотрите, да, сейчас. 100 лет не держал. Ну-ка. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем. А ты здесь играешь, да, где-то? Да нет, это не мой инструмент, я же дворник, да. Прикольно, я здесь. Ереване все дворники. Видимо, да. Блин, классно. Можно с тобой поиграть что-нибудь. Ну да, я как раз. Я тоже думаю, группа. Че, а ты что, уборщиком работаешь? Я да, у меня нет даже своего инструмента. Бросай вот это все. Снимай. Погнали поиграем, ты больше заработаешь сейчас на улице постоишь. А сколько? Ну не знаю, ну можем. Ну 1050 драм можем заработать. Да. Тебе ну, за месяц столько платят. Давай, давай. Да, давай. Да. Ладно, счастливо. Да, до свидания. Спасибо. Спасибо. Извиняюсь, можно чуть-чуть приберусь? Не буду мешать, нормально. Вроде в целом чисто, да? Чисто? Clean? Yes? Okay. Yes. It's okay. Okay, thank you. Do you speak Russian? No, we don't speak Russian. Okay. Are you from here? No, I'm from Iran. Iran? Yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. В этот момент я уже думал, все, заканчиваем реакцию, потому что все пошло не по плану, но мы решили рискнуть с Серегой и разыграть сценку на английском языке. Посмотрите, что из этого вышло. Excuse me, man. Yes? Maybe have you seen something like this? What is it? It's for my accordion. It's very expensive thing. Really? Yes. When did you lose it? Today morning. What time? Something approximately? About 12 o'clock. 12 o'clock? Yes. Expensive. I'm sorry. I think I didn't see it. Okay. You can watch there or okay. There. Look for this, okay? Okay. Girls, do you know what is it? No. No? No.
It's like musical instrument, I think. Oh, okay. Okay. Maybe. Excuse me? Excuse me, can I try? I just watch, okay? Okay. Good instrument, thank you. Oh, so nice. Yeah, I didn't expect it too. Thank you. Thank you. Are you a musician too? Yes. You're playing there? Yes, I'm playing there. Okay, nice to meet you too. I'm a street musician. I'm just a cleaner. Yeah, you know. See you later. See you soon. Tell me your phone, okay? Yeah, you can. I want. You can text. Okay. Thank you. So good. Bye. Collaboration. Офигенный ряд. Сразу мощный. Этот. Я на русском хотел. Почему на английском? Сразу мощный. Я не готовый к английскому языку. Я думал, слушай, я думал, ты на английском как начал. Не, я же ему сказал на. А ну зато просто бомба сразу. И реакции, и глаза такие, не удивление. Ну, хорошая. Роман, слышишь, там уличный музыкант играть, может, да? Ворвемся, как в прошлый раз? Просто в наглую перед ним? Просто в наглую зайдем и сыграем свое. Просто возьмем и перед его публикой, да, скажем? Конечно. Не слышишь? Нет, ты веришь мне. Поехали. Готов? Да. Погнали. Папа. Наше время, брат. Замученный дорогой я выбился из сил, и в доме листикая ночлега попросил. Улыбкой добродушный старик меня пустил, и честно дружелюбным на ужин пригласил. Эй! Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Давай еще раз! Будь как дома путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Хорошего настроения вам!
Ребят, привет. Начальник спрашивал, как вообще в целом чистота парка нормальная? Нормально. Не смущает, ну, не грязно вообще. Вроде бы чисто же уж. О чем вчера нам всем выговор сделал? Ну да, блин, а мы страдаем, как всегда, как обычно. Да, говорю. Такую штуку потеряли? Да. Когда? Да мы уже все убрали тут. Наверное, в бюро находок, не знаю, или валяется где-нибудь. Вот такая серая была. А, ну, лично я не видел. Может, где-нибудь там, посмотрите. Да, в кустах, может, где-нибудь. А что это вы? Да, я убил. Что? Ну да. А вы знаете, что такое? Что? На какой-то аккордеон похож, да? Ну-ка. Эй, парень. Можешь попробую? Попробую? Инструмент же, да? У меня дед вроде как играл на таком. Ну там, посмотрите. Может быть там. Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, в земле и в воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. А, разыграли, да. Слушай, а ты что здесь играешь? Нет, это его инструмент. Я там играю. А, да? Я вот там вот иногда поигрываю. Слушай, прикольно, хорошо играешь. Дай, да не, я этот. Дай телефон, детство, так. Давай что-нибудь поиграем иногда. Кстати, да, можно. Да, можно состыковаться. Да? А я гляжу, ты заиграл, я эту песню знаю, говорю, классно, сейчас подыграю. Я как раз иду туда, на северный играю. А, ну. Ты на работе сейчас? Я на работе сегодня, к сожалению, да. Ну ладно. Блин, классно, ребята. Давай, пока. Прикольно. Все, давайте тоже. Спасибо. Пока-пока. Ребят, на этом ролик подошел к концу. Как вам веселые, позитивные дворники? Если понравились, обязательно поставьте лайк. Мы дарили радость многим-многим десяткам людей. Думаю, и вы не остались равнодушными, поэтому поставьте лайк. Попробуем набрать 100 тысяч лайков, чтобы мы собрались снова снять... Чтобы он прилетел, потратил деньги, время, силы на то, чтобы прилетел. Опять мы бегали здесь, переодевались и радовали людей. И, надеюсь, вас. Вторая часть будет по ссылке в описании на канале Ромы. После этого видео обязательно посмотрите. Ссылочка появится где-то здесь на экране. Не пропустите. И не скупитесь на комментарии. Скоро увидимся. Всем пока. Подпишитесь на этот канал и вперед вот сюда смотреть видео.